Бог сказал сурово: не судите. Престол судьи вакантен до суда. Там не от наших вздохов и наитий канонизирует на нет и да. Нам, смертным, не дано проникновение в чужую душу, в замыслы, в потемки. В просонах субъективно наше мнение, не сердцевину зрим, а срез каемки. Но Бог придет, грядя на облаках, земля, развернутая карта полигона. Наш неоконченный последний полушаг на полпути и пуля из патрона. Все окончательно, фактически, навечно от изначальной цели и сомнения. На всем печатью Божией помечен, не сбывшееся даже, тем не менее. Да, как мы любим Господа Иисуса, Его словам насколько твердо верим. Синод и Папа как тогда спасутся, когда хозяин, став, закроет двери? Борьба тысячелетий за главенство, наместники, викарии Христа. А один судья здесь на судейском месте, над огненной рекою нет моста. Там не листают книг канонизации. Процесс для всех. Все заново. Сначала. Сегодня дым над менее все застил. В порту с неправдой баржа у причала. Настойчиво нас судят столько лет. Седые старички в тиарах, митрах. Слезящимися глазками то да, то нет. Рисуют нимбы на кривых пюпитрах. Развейся на вождение, комарьё, суд не настал, сокройся, не дурите. Канонизация есть выдумки, вранье, в той огненной реке вы не сгорите. Вопрос 10 мая 2002 года.